Маша, мне скучно. Давай поиграем. Ластик, мне некогда. Ну, может, ты мне тогда хотя бы новую игрушку дашь? Ну, ладно, держи. Что это? Это неинтересно. Сначала посмотри, что в нем внутри находится. Ну, ладно, открывай. Это что, и все? Какая-то бумажка? Это не какая-то бумажка, а первое задание для квеста. А второе? А второе будет спрятано в отгадке на эту загадку. Так что тебе нужно ее отгадать и найти этот предмет. А, ну это, наверное, интересно. Давай почитаем. Змея по железной дороге ползет. Людей очень много змея-то везет. Грохочет змея, громко воет. Маша, я не хочу это искать. Почему? Я змей боюсь. А это еще и грохочет, и воет. Ластик, это совсем не про змею. Дочитай сначала загадку до конца. Змея по железной дороге ползет. Людей очень много, змея-то везет. Грохочет змея, громко воет. Зовут же змею эту. А, я знаю, поезд. Правильно. Нет, такой квест я не хочу. Где я тебе поезд искать буду? Сейчас покажу, только глаза закрой. Ладно. Ух ты, целый эго-город. А вот и поезд. О, остановился. Давай скорее следующую подсказку искать. Давай, посмотрим здесь. Здесь только машинист. А здесь что-то есть. И мы нашли вторую подсказку. Поезд быстро-быстро мчится. Чтобы несчастью не случиться, закрываю переезд. Запрещен машинам въезд. Маша, а я знаю, что это. И даже вижу его. Ну, конечно, это шлагбаум. Правильно, Ластик. Давай искать в нем подсказку. Здесь, кажется, есть. Разворачиваем. Начинает он копать, заменяет 100 лопат. Лопаты вижу, но их тут не 100, а только 3. А ты посмотри внимательно на стройплощадку. Чем можно заменить лопаты? Точно, это экскаватор. Значит, следующую подсказку будем искать в экскаваторе. Маша, я ее вижу. Вот же она, в ковше. Точно, Ластик, ты нашел. Так, почитаем. Здесь рядом живут крокодил и зайчата, пингвины, олени и даже слонята. Как называется дом всех зверей? Попробуй ответить ты поскорей. Может, это лес? Хотя это странный лес какой-то, если там крокодил рядом с зайчиками живет. Ластик, а ты садись в поезд и поезди по Лего-городу. Может, и увидишь ответ. Точно, скорее в поезд. Поехали! Маша, я его вижу. Это зоопарк. Приехали, выходи. Вот только зоопарк большой. Где же тут подсказку искать? Давай посмотрим, может, здесь? Тут нету. И тут тоже. А вот здесь что-то виднеется. Давай посмотрим. В зоопарке, верь не верь, проживает чудо-зверь. У него рука во лбу так похожа на трубу. Пойду-ка я из этого зоопарка, раз здесь такие страшные звери живут. Не бойся, Ластик, отправляйся в зоопарк, посмотри на зверей, и ты поймешь, кто это. Ну ладно, попробую. А, вот же он, это же слон. И не такой же страшный, как в загадке написано. Давай возьмем слоника и поищем отгадку. Я вижу, она спряталась в лапе у слона. Точно, Ластик. Разворачиваем. Все, что в кузов он набрал, сам сгружает. Самосвал, это просто. Только вот в зоопарке самосвалов нет. Придется снова ехать на стройплощадку. Заправляемся. А вот и самосвал, который нам нужен. Давай искать подсказку. А вот и она, пряталась под грузом. Ого, какая большая загадка. Эпатажный мой наряд разукрашен всем подряд. Помидоры, сыр, колбасы, шампиньоны, ананасы, огурцы, бекон, лосось. Все, что под рукой нашлось. Кулинару пригодится, если он готовит пиццу. Правильно, Ластик. Ну а искать пиццу мы отправимся, конечно, в пиццерию. Пойдем скорее искать. Одну пиццу я уже вижу. Эй, разрешите у вас одолжить? Здесь, кажется, ничего нет. Приятного аппетита! А у вас загадок нету? Нету? Ну и ладно. О, вижу еще одну пиццу. Что ж, давай посмотрим.
Здесь тоже ничего. Эль, так нечестно. Ее здесь нет. Может, в мусорке спряталась? Где же она может быть? Ластик, а может, нужная пицца еще готовится? Точно, давай проверим. Здесь как раз есть одна пицца, а в ней подсказка. Пиццу возвращаем в духовку. Ага, а то она сырая и невкусная. А вот и следующее задание. Он защитит в дождливый день, а в солнечный подарит тень. Может, это дерево? Нет, неправильно. Так, давай-ка посмотрим вокруг. Тут ничего подходящего нет. И тут тоже. Стой, я, кажется, вижу. Вернись назад. Точно, вот он. Маша, я понял, это зонтик. Придется ненадолго одолжить его у Минни Маус. Спасибо. А вот и моя подсказка. Зонтик возвращаем, а загадку читаем. Не корабль и не лодка. Крепкий, сильный, быстроходный. По воде нас всех прокатит этот белоснежный катер. Придется его разобрать. Где же здесь загадка прячется? Сейчас посмотрим. В трубе ее нет. И здесь тоже. Нету. А давай посмотрим внутри. Ну давай. Точно, она здесь. Под водою дом плывет, смелый в нем народ живет. Даже под полярным льдом может плавать этот дом. Придется нырять. Маша, я нашел! Это подводная лодка. Точно, Ластик, давай посмотрим. А здесь сидят водолазы с ластами. А вот и подсказка. Волшебная вещица, несомненно, мгновенно останавливает время. Что же это может быть? Может, волшебная палочка? Или шапка-невидимка? Нет, Ластик, не настолько волшебная. А, я понял, это фотоаппарат. Точно, ты отгадал. Осталось его найти. Я его вижу, стой! Кого ты видишь? Микки Мауса. Мы же фотоаппарат ищем. А фотоаппарат как раз у него. Ой, точно. А вот и загадка. Я глазищами моргаю, неустанно день и ночь. И машинам помогаю, и тебе хочу помочь. Ой, не надо. Я не хочу, чтобы мне какое-то чудище с глазищами помогало. А ты внимательно посмотри вокруг и увидишь, что он совсем не страшный. Кажется, в зоопарке таких страшных зверей нет. Вот он моргает, еще и пищит. Ага, попалось чудище. Теперь я знаю, что ты светофор. А подсказка вот где спрятана. Маша, а я точно найду приз? Или буду бесконечно путешествовать по этому городу? Не переживай, Ластик, уже скоро. Читай загадку. Не кукушка и не дрозд. Из металла крылья хвост. Не гнездо любимый дом, а большой аэродром. Какая-то странная птичка. Но раз сказано, что она живет на аэродроме, там и будем искать. Маша, я вижу эту птичку, и это обычный самолет. Ты прав. Ее всегда в лесу найдешь. Пойдем гулять и встретим. Стоит колючая, как еж, зимою в платье летнем. Я сразу понял, что это елка. Ну тогда давай подсказку искать. Кажется, есть. Через речку во всю ширь лег могучий богатырь. Он лежит, не дрожит, транспорт по нему бежит. Дяденька, вы тут богатырей не встречали? Я все понял, это мост. Я же сам по нему на поезде проезжал. Правильно, Ластик, это мост. Придется нам его разобрать. А много разбирать и не придется. Я уже вижу, где загадка спряталась. Вот она. Молодец, сразу заметил. Он стоит простой и строгий в однотонном пиджаке. У него карманов много, провода в его руке. И глаза его как блюдца, то потухнут, то мигают. И до неба дотянуться он пытается руками. А я знаю, что это. Мы сегодня еще не были возле вот этого дома. Ого, сколько в нем дверей и окошек. Долго придется подсказку искать. Нет, Ластик, подсказку здесь искать не придется. Потому что в этом доме и спрятан твой приз. Значит, я прошел весь квест? Ура! И где же мой приз? А твой приз прячется в этом доме. Ура, нашел! Доставай скорее!
А вот, Ластик, и твой приз. Капсула Ready to Robot. Ух ты! Классный был квест! И приз отличный! Пойдем скорее откроем!